вот как только произносишь эзотерика, это ж по сей день, да, эзотерика это такой мутняк, там количных эзотериков такое количество огромное. При этом все забывают на минуточку, что эзотерика-то это как раз абсолютная ясность и понимание, потому что термины эти придумал Сократ, царь философов, и эзотерика это внутри терры, земли, забора, где он говорил своим ученикам и адептам, давайте договоримся в терминах. Когда произносим счастье, имеем в виду следующее, говорим Бог, имеем в виду следующее, говорим Родина. Вот что подразумеваем. Я предложу термины, а вы ими пользуетесь, потому что если мы начнем их обсуждать, мы никогда не договоримся. А вот экзотерика – это тоже за забором, за этой территорией. Вот там мели и мели. Там кто как одно сказал, другое понял, третье услышал. Поэтому эзотерика – это как раз все понятно. Другое дело, что не широкому кругу людей, а те, которые хотят или могут, или желают, или договорились в той или иной терминологии, которые обозначили свои ценности, обозначили свои цели, соотнесли свои цели с ценностями, потому что если ты понимаешь, что вот такие у тебя ценности, а вот такие вот ты перед собой ставишь цели, и когда это соединяешь, ты можешь обнаружить, что эти цели недостижимы при этих ценностях. Но ценности менять нельзя, нужно менять цели. Или точнее разобраться с ценностями. Что ты имеешь в виду? Что ты считаешь ценностью?